хороший стенд, у него абсолютно практические задачи. Мы на стенде будем собирать гостей, рассказывать о нашем регионе, о наших проектах, о нашем потенциале, в том числе о туристическом потенциале. И сегодня уже в первый день форума такая встреча с потенциальными инвесторами, ну, вообще желающими посетить Челябинскую область, уже состоялась. Здесь же будут подписаны соглашения, их много, будут проводиться встречи с потенциальными инвесторами, с нашими партнерами в различных сферах. Поэтому форум, надеюсь, пройдет, точнее, уверен, пройдет успешно, и, конечно, наличие стенда нам поможет провести форум максимально эффективно для нашего региона, для его развития.